чем заняться дома в условиях карантина. Крымские деятели с нами, искусство с нами поделится. К примеру, музыканты филармонии. Кстати, один из них прямо сейчас с нами на связи. Итак, на связи с нами Антон Калиниченко, заведующий музыкальной частью Крымского академического русского драматического театра имени Горького. Доброе утро, Антон. Чем занимаетесь на карантине, выкладывайте? Доброе утро. Как все сидят дома, вот, но мне повезло, мой инструмент рабочий со мной, вот, поэтому я имею возможность заниматься любимым делом. Вот, вообще, пока очень немного негативных последствий карантина для меня, потому что я больше времени стал с семьей проводить, стал вспоминать какие-то музыкальные свои идеи, давно забытые, отложенные в дальний ящик. Сейчас как-то для них пришло время. Вот. Это отлично, как раз вы нашли, чем занять себя. Но еще и музыкальный инструмент у вас здесь же, под рукой, тоже на карантине. Кстати, маску на пианино надеваете? Надеваете? Пока еще нет. Но, наверное, причин тому нет. Пианино хорошо себя, инструмент хорошо себя чувствует. Антон, давайте, наверное, приступим к делу. Я думаю, уже все наши телезрители хотят услышать, как виртуозно вы владеете инструментом. Ну, виртуозно или нет, это судить. Давайте. Это было нечто. Огромное вам спасибо. И ты знаешь, Оль, теперь я могу сказать с уверенностью, что наша программа, наше шоу не только информационное, не только развлекательное, но теперь оно лирическое, душевное. Спасибо большое. Да, хочется выразить огромную благодарность Антону Калиниченко за такой невероятный перформанс. И я уверена, что многие бы наши телезрители попросили бы исполнить его произведение на бис. Но жаль, что время эфирное нашей программы не резиновое, да, поэтому, ну, с удовольствием, конечно же, будем почаще делать такие прямые эфиры и такие включения. Спасибо огромное большое. Спасибо, Антон, за то, что встретили это утро вместе с нами. Нашим телезрителям напомню, это был Антон Калиниченко, заведующий музыкальной частью Крымского академического русского драматического театра имени Горького. Всего вам хорошего, хорошего дня.